В Ульяновске началось голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести». Старт общественному обсуждению был дан 13 августа. Все это время волонтеры «Победы» распространяют специальные буклеты, где предлагаются 4 варианта для голосования. На аллее перед зданием железнодорожного вокзала, на площади перед ДК «УАЗ», в парке «Победы» или возле Ульяновского патронного завода. Как многие знают, 2 июля у нас президент Российской Федерации подписал указ о присвоении Ульяновску города трудовой доблести. В городе было организовано порядка 12 точек раздачи буклетов. Задействовано более 50 волонтеров. Буклеты распространяли на территории предприятий среди заводчан. В этом историческом для каждого ульяновца проекте уже приняли участие несколько десятков тысяч горожан. Как вы считаете, где лучше? Ну, это Парк Победы, там все-таки с трудовой доблестью у нас связано. Там показаны станки, как дети еще в годы Великой Отечественной войны работали, трудились. Мне кажется, здесь будет более вероятно. Смотрите, вот я вам даю, то есть вы придете на избирательный участок, нужно будет как раз таки отметить. Подумайте. Мнения горожан различны, поэтому дня голосования и подведения итогов уже ждут. Позиция каждого принципиальная, у каждого свои аргументы, свое видение места установки памятной стелы. Принять участие в голосовании смогут все жители в возрасте от 14 лет. Достаточно прийти на участок с буклетом и паспортом и опустить заполненный лист в специальный ящик. Работа участков будет организована со 2 по 10 сентября с 16 до 20 часов и с 11 по 13 сентября с 8 утра и до 8 вечера. Павел Половов, Владимир Куликов, Новости Улправды ТВ.